Не верится, что военные отправили этот грузовик через весь город без охраны. Мне тоже не верится, но они решили, что в 6 часов утра в воскресенье на улицах тихо. Да. Сопровождение привлекло бы внимание, поэтому они используют для маскировки хлебный фургон. К тому же дорожные камеры позволяют нам следить за его движением. Мы наготове, если понадобится. Вы вытащили меня из постели в такую рань, чтобы посмотреть по телевизору, но грузовик... Это не просто грузовик, Фрэнки. Они везут АБТС. Да, сейчас угадаю. Антиблокиратор для транссексуалов. Вряд ли. Автономное боевое транспортное средство. Мое название мне нравится больше. Вашингтон очень нервничает из-за этой... Давай, не тяни. Все, открываем. Надо было разрешить нам сопровождать эту чертову игрушку. Если армия потеряет очередной прототип, кого за это взгреют? Позаботимся о том, чтобы этого не случилось. Он всегда там, где нарушают закон. Что это такое? Это достижение технологий 21 века. Как он появился? Это строжайшая тайна. Существует ли он? Этому нет официального подтверждения, и все же он существует, совершенное оружие для несовершенного будущего. Змей. Показания отрицательные. Не срабатывает? Черт. Наверное, сменили конфигурацию. Боже мой. Спокойно. Его не достать. Соедини провода, может, удастся обойти схему. Уходим. Соединяй. Не бросай меня, Мик. Сами напросились. Что за чертовщина? Уходим отсюда. Бросай, уходим. Придется объезжать квартал. Не думаю. Пол, что ты делаешь? Держись. Поехали. Мы просто столкнем ее с дороги. Вы целы? Да, эти мерзавцы поставили в машине бомбу. Элли, пусть полиция объявит розыск белого фургона. Его видели вблизи Телфорда и Ниагары. Пусть пришлют скорую, есть пострадавшие. Но АБТС они не получили. Да, и потеряли одного из своих. Продюсер Роберт Бенджамин. Как дела? Настройки системы вооружения сбиты взрывом, а короткое замыкание, похоже, замедлило цикл преобразования. Но я подключила временный модуль для реконфигурации системы. Есть. Что Интерпол подозревает, что именно он поставил ИРА, ракетную установку, использованную месяц назад. Если этой банде удастся захватить АБТС, многие террористы обрадуются. Как будем его искать? Нужно не просто ликвидировать группу Марата. У него есть сбытчик. Федералы хотят, чтобы мы нашли и его.
Значит, нужно внедриться в банду. Марат не получил то, что хотел. Его системщик мертв. Ему понадобится замена, чтобы твоя подруга? Едва ли. Подлиза Шила Вагнер. Ее специальность присваивает себе чужую работу. Мой отец говорил, что повышают тех, кто слишком занят своим повышением, чтобы делать настоящее дело. Наверное, потому армия так долго не давала ему погоны лейтенанта. Как тебе нравится имя Иэн Квин? У нас уже есть на него свидетельство о рождении, номер социальной страховки и история болезни. Отлично, но не забудьте о технической стороне моей подготовки. Будем считать, что у Марата есть доступ к любым и всем базам данных. Он невероятно хорош в своем деле. Ты уверен? Ясно. Нет, нет, никаких затруднений. К концу недели поставка будет. Мик умер. Нет. А я обещал поставить АБТС к концу недели. А как мы это сделаем? Мы достанем товар. А что будем делать, если появится опять эта машина? Да, что это вообще было? Ясно, что это какой-то секретный проект. Такая машина потребовала значительной суммы правительственных денег и исследований. Думаю, она стоит не меньше 10-12 миллионов. Если нам удастся ее заполучить, можно выставить ее на международный аукцион. Значит, вы Иви. Кажется, мы должны стать напарниками. О напарниках говорить пока рано. Сначала я должна тебя проверить и одобрить. Вы увидели, что я могу? Это ерунда. Вы могли бы лучше? Поверь. Как насчет той красной? Сможешь открыть? С закрытыми глазами. Это работа на заказ. Оптический код на обеих дверях и окнах. Карбидно-титановое покрытие на запирающем механизме, усиленные схемы. Говоришь, что неплохо. А сыграть в игру сможешь? Главное найти запирающий механизм. Войти в схему. Подавить оптический код. Ну так что, я получил работу? Встречаемся здесь ровно в 8. Принеси с собой снаряжение. Да, Квин. Тебе понадобится машина. Это меня устраивает. Элай Тракинг Сеплай. Чарли, у меня их 3. Пошли, парни, они будут готовы. А вы, наверное, эта дама, которой нужно перевести вещи. Нет, сэр. Я пришла по поводу белого фургона, который угнали с вашей площадки пару дней назад. Полагаю, я в этом не виноват. Нет, сэр, я просто хотела показать вам несколько снимков. Надеюсь, ничего рискованного? Вам знаком кто-нибудь из них? Может, кто заходил перед пропажей фургона? Нет. А у меня на клиентов хорошая память. Спросите, кто арендовал этот 5-тонник. Прототип автономного боевого транспортного средства. Квин, познакомься, Джулс Марат. Я много о вас слышал. А я поклонник твоей работы, Квин. Дело Лагуна Нигел. Жидкость терапена заблокировала систему сигнализации банка. Хорошая работа. А кто сказал, что я имею к ней отношение? Я его открою, а твоя работа войти в схему АБТС. Нет проблем. Отлично. Так и держи, Кол. Готово. Что это? Похоже, у них есть схема доступа к АБТС. Ты уверена, что сможешь руководить Колом по радио? Уверена? Не знаю, как Марат... Да. Если это так здорово, почему ты здесь? Зарабатываю на хлеб. Еще пара дел, и я завяжу. Пошли, время. Да. Мы еще не знакомы, я Рейф. Квин. Да, я о тебе слышал. Послушай мой совет. Держись подальше.
Система безопасности работает по синхронизированной схеме. Отлично. Теперь немного наклони ее ко мне и держи как можно неподвижнее. Ты должен убрать красный провод слева и вставить его рядом с другим красным проводом наверху. Осторожно, не касайся ничего. Или включишь тревогу, и вся система даст сбой. Вот так. Аккуратно, Кол. Прекрасно. Да. Готово. Предоставляю тебе почетное право. Все нормально? Вам виднее. Прекрасно. Хорошая работа. Спасибо. Я возьму это, Квин. Я люблю заканчивать начатую работу. Твоя работа здесь закончена. Вы с Иви можете ехать. Увидимся в доме в 8. Поехали. Думаешь, его кто-то поставил? Нет, скорее это часть технологии. Это должно помочь. Поехали. Подожди, в чем дело? Они глушат сигнал. Но откуда они знают, что мы за ними следим? Не знаю, я попробую найти частоту. Отлично. Попробуй еще. Больше нечего пробовать. Они от нас ушли. Обязательно разберите и перемешайте части с деталями грузовиков. С доставкой прав. Где вы были, черт возьми? Проверяли, чтобы слежки не было. В чем проблема? Ладно. Все, хватит петушиться, как школьники. Рейф, успокойся. Это тебе. О, не сладкой жизни. Уэсли, куда ты? Вэлли, тракинг с Эппой. Я думал, это тупик. Похоже, Марат через нее отправляет свой товар. Может, мне поехать с тобой для подкрепления? Если я заявлюсь с другим полицейским, я только спугну его. А мне нужно только немного вероятных улик, чтобы получить ордер. Ты уверена? Я справлюсь. Не нравится мне, что она едет туда одна. Она справится. Если ей понадобится помощь, сообщит по радио. Я хочу проверить иностранные компании, получавшие товар от Элайт. Хорошо, но может сначала Каналоне? Фрэнки? Да. Джулс на месте? Тебя. Да. Коробку и забываю о них. Да. Я же сказал, все держу в голове. Да. Но я поищу. Правда, на это нужно время. Я могу пока осмотреться? Да, пожалуйста. Но будьте осторожны.
сотни счета. Забавно, да? Итак. Это какой-то особый код. Без ключа его не взломать. Код. У вас одна минута до вечной тьмы, мистер Квин. Прекратите. Он его не знает. Возьмем ее на мушку. Назови код, или она умрет. Не дадим же мы им застрелить ее. Может, вид ее мозгов по всему полу заставит тебя передумать? Скажи код, Элли. Нет, не делай этого. Двоичная цепочка. Поверить не могу, что ты дала ему код доступа. Да, но он должен еще и понять, как его использовать. А я без боя сдаваться не собираюсь. Что-то происходит. Похоже, их ангел-хранитель управляет машиной откуда-то извне. Найди вход и отмени управление. Я не знаю, как это сделать. Он поставил вне системы логическую бомбу. И внутренние механизмы, которые должны блокировать его, блокируют меня. Ты говоришь то, что я думаю? Они могут просто уехать с машиной. Ллойд, заводи машину. Уходим отсюда. Ты знаешь, что с ним делать? Да. Подожди, Рейф. Сначала... Я думала, нам обоим конец. Думаешь, Шила выдержала бы такой стресс? Свяжи ее. Нужно вернуть машину. Я могу верить, что ты не сбежишь? Если ты обещаешь... У нас компания. Похоже, машина Уэстлейк. Эта штука не может ехать быстрее? Я выжил на полную. Она не так быстра, как кажется. Найти бы, где они прячут оружие. Это их чертов ангел-хранитель. Давай попробуем еще раз. Цикл преобразования. Что это за чертовщина? Думаешь, попадешь? Если Элли скажет, когда он открыт, тогда я буду стрелять. Не закрывай линию зрения, чтобы я дала наведение на цель. Вниз, налево. Прямо перед раковиной колеса. Давай. Вечеринка закончена, мальчики. Я быстро. Хорошо. Дайте мне минуту. Вы его взяли? Да. Мы поговорим с окружным прокурором, попробуем устроить тебе сделку, сократить приговор, включить в программу обучения. Думаешь, я действительно могу измениться? Думаю, с твоими мозгами ты сможешь все, что захочешь. А знаешь, что смешно? Ты был прав. Я действительно чувствую себя свободной. Фрэнки оттащил машину в комплекс, уже занимается ею. Слишком занят своим повышением, чтобы делать настоящее дело. Кстати, о мудром человеке. Это тебе. Не понимаю. Знак признания отличной службы со значительным превышением служебного долга. Это твоего отца, я не могу.
Он бы хотел, чтобы они были твоими. Знаешь, думаю, мне бы понравился твой отец. Да, это точно.